подождать сразу. Есть одна, есть гробница. Здорово. Да, есть третья осталась. Так, мы тут почистили. Я даже похилить не могу, когда так много мобов. Я зачистил. Все. Вот как. Так, дай похилю. Давайте я слетаю. А нам в обход, Валерон, надо. Вы вниз вообще не идите. Пойдем назад. Только тут надо как-то аккуратно. Все, я нажал тут. Нормально. О, засейвимся сейчас. Не умирайте. Давай, сейвься. Есть? Да. Тихо-тихо, не бегай. Я пытаюсь потушить огонь. Mm-hmm. Как в мультфильмах mm-hmm. так бегают, когда горят. А ты там все взял? Что-то... Да, да. Там был ключ и вот эта кнопка. А вот это видели? Это пещера, смотрите. Туда втроем надо. Пошлите. Давай, на счет три. А нам только туда надо или есть еще какие-то проходы? Но. Готовы? Пошли. О, секретная... Секретка. Область, да, и выдали даже достягу до зерца. О, и мы в старую это вернулись. А, ну прикольно. Прикольно. А обратно мы вернулся. Ладно, пойдем. Так, подождите, а может нам надо... Тут что-то теперь открылось? Может, давай проверим. Но вероятность, да, небольшая, потому что та кнопка открывала... Мы что-то вот это уже все прошли. Смотри. Кнопка у нас открывала проход к мясу. Ну ладно. Возвращаемся тогда, давай. Угу. Это нам дофига пешком бежать, походу. Да? Ну здесь нет. Не знаю. А ну вот та локация с той дверью, на которую мы не поняли, как попасть. Как туда попасть, блин? Закрыт. Ну, нижний мост мы не открыли. И вон там ловушки справа, мы тоже туда, видать, еще вернемся. Похоже, нет. Да. Кто-то как будто бы отвалился от диска. Не, мы тут. Все на месте. Но звук был. Что-то подлагало. Дискорду. Так. Демон, пойдем. Это мы дали кругаля. Хм.
что, открыли достягу. Ай. Какие-то штуки подобрали, я не знаю, это золото, наверное, было. Ну да, бабок, смотри, сколько осталось. Да, да. Неплохо, неплохо. Тут пробежаться, ну, 3 минуты. Это все. По карте. Надо засейвиться только. Вот, мы. А, погнали. Вниз мы шли, да? Это город. Да, погнали. Давай, давай. Засейвимся. Нам надо положить руду куда-то. Руду, в атаку, в защиту. Давай в защиту. В атаке уже достаточно. В защите только одна. Давай, может, две положим? Может, там скилл откроется в атаке? Может, откроется. А может, и в защите откроется. Давайте засейвим, мы же засейвились и положим в атаку, если там говно, то в защиту. А, давай. Лучшая защита — это нападение, давайте. Ни хрена себе, миллион скиллов открылось. Да? Чё, серьёзно? У меня открылся только Святой Шторм. В течение 4 секунд, поражая ближайших врагов, нанося x1.5 единиц урона от меча. Вот это нормально, да, крутил. У меня пока не хватает потом. Вот, у меня появилось, походу, это. Как она сказать по-русски? Область заморозки. А ну-ка, иха. О, о, новость. Смотри, какая байда. О, он. О, он. А ну, покажи, покажи, я не увидел. Ну, она маны жрет, капец. Сейчас. Поехали. А, слушай, вот это прикольная, да, вещь. Угу. Если толпа идет против нас, прям идеально. Так, мне, наверное, копить придется пока. Это шторм тема, урон от меча, потом прокачает тоже. Да, копим. Ну, у вас должно хватить, чтобы полирон купил скин, а ты как? А я коплю там на улучшение моего поля. Пойдемте. Ну, Валерон хотя бы скин хороший взял, тоже неплохо. Сейвимся. Нам пригодится этот скилл. Угу. Так. Так, тут только мана. Нам не сюда. Все, внизу мы все осмотрели, нам на юг. Так вот, вот здесь надо как-то эту стену открыть, да? Да, как? Давай засейвимся, подожди. Засейвился. Не, куда бы блин побежать. Надо золотой ключ. А, так, вот, вот, сюда. Парни, сюда. Здесь серебряный ключ. Что за Индиана Джонс? Хорошо, что я предварительно засейвился, все. Сейчас приглашу. Ловушка для жадных. Я прям чувствовал, что будет какая-то жопа. Но все равно шел. Так. Все, приходите. Валерон говорит, он играл именно вот этот, серьезный СМ2 мультяшный. В другие он даже не играл. В котором мы сейчас играем. Подожди, уйди, он на всеве, идиот. Уйди, уйди на. Да, я танчу. А, ты танчу, у тебя бег. Давай, да. Бегал. Изи бризи. А, он поломал. Анг, плюс один. Нормально. Да. А еще раз, что там Валерон играл, расскажи, я был сосредоточен на камне. Ну, этот во второй серьезный сэм мультяшный он играл. Который нам предстоит. Да. Это мы так что с ним можем. Да, можем вместе. Но это будет не скоро. Мы не планировали скоро. Посмотрим. Короче, вот у нас борда будет, серьезно, Сэм из шутеров. Поехал. Ни хрена. Ты видел, что такое было? Тихо, да. Давай, тихо. Ух
ух, ни хрена. Это что за пулемет? Турель там какая-то. Турель, реально. Пацаны, казарму надо убить. Нихрена. Вот эта турель бахает. Валерон, тебе надо купить вот этот вот кураж, как у Владоса, потому что ты массовыми бьешь. Комбо, комбо называется, да. Да блин, этот красный, он вообще бронированный, как тварь. Да. Прикинь, я всю толпу вынес, а один красный не пробивался. Да. Решил не отходить, да я был еще под куражом. Кураже. Ну да, с вот этим скиллом новым надо покупать кураж. Нет, ты даже со своей обычной тычки его набьешь легко, она ж у тебя отскакивает. Все, я пошел аккуратно, все аккуратно. Камень, камень. Оп. Все, погнали. Давай тут засейвим, подожди. Нафиг, нам этот камень постоянно перепроходить. Ай, твою мать. Да, мана-бомба. Да, фиолетового цвета это сосалка маны. Вообще все что угодно в этой игре фиолетового цвета сосет маны. Дорожка вот эта, бомба. Да, чисто. У нас что? Турелька. Турельку надо уничтожать, но я могу ей заняться, если вы казармы поможете. Я не помогу. Ой, казарма. Отлично, отлично. Валерон, отступи, чтобы я тебя подхилил. Ой-ой-ой, вот тварь. Она еще это делает шрапнеливание. Чуть-чуть меня тоже подхили, я пошел. Чтобы я пошел. Так, вот так, уворачиваемся, оп. Валерон, текай. Толпу, толпу, дайте что-нибудь. Минус. Она у тебя минус. Кровоточку вызвала, видать. Ладно, перезапускаем. Этот яд, короче, оставляет 1 хп, а огонь нет. Безжалостный огонь. Да. Всё, пригласил. Блин, скилл вообще чудесный. Нужно врываться теперь. Врываться. Можем вместе врываться. Пошли. Поехали. Я кидаю вот это говно и убегаю. Да. Мы можем особо не врываться. На-на. Спасибо, спасибо, блин. Нет. Я думал, я выстою, я даже не отходил мысленно. Так, а тебя это, турель убила? Да. Я про турели говорю. Да. Я выстою, что один снаряд, прикинь, не убивает полностью. Как это, блин, вот этот снаряд длинный. Будем знать, это эксперимент был во имя науки. Пострадал Алексей Навальный. Был эксперимент. Да, с таким ником и умирать приятно. Я теперь понял, зачем ты его сделал. Я поэтому эксперименты провожу, стою. О, жизни. Вот теперь мы засейвимся. Так, давай их тут встретим, не мини. Пусть идут. Вот, а сейчас можно на казармы. На казармы. Вот эту фигню. Все, на казармы. Красава, красава. Все, минус одна. Все, нас бил. Две. Ну, совместно, да, мы, конечно. Три. Неплохо. Текаем отсюда. Тут еще казармы сраные две. Да, ну нам нужно будет еще одну запустить, да. Она просто... Маны до хрена блин. Толпа идет, отойдите еще как. Красный идет. Вижу, вижу, да.
Слушайте, мне тут вот эта твоя штука нужна, пульни ее. Нет, ты. У меня маны нет, еще не А, уже нет, минус одна казарма, сейчас вторую. О, золотой ключ я нашел, бля. Ты что, Буратино? Да ты чё, охренел, блядь, меня окружили, блядь. Иди похилю. Чисто в син, блин, работает. К9, пошли в жопу. Тихо, тихо, стой. О, я тоже хилю. Хочу, да? Совсем. Всё, у меня экран. Мансим. Всё, парни, нападаем на это говно. Все, минус казарма есть. Вверху последняя осталась. Сейчас луч убьем. Ох ты тварь. Ох ты тварина, попасть. Добавим. Давай турель лучше сдали. Валить, потому что. Да, вблизи, конечно, есть свои нюансы. Сейчас я. Блин, в прошлый раз 5 жизней выпал с этой херни. Чё за жизнь? Идут сюда, не врывайтесь, не врывайтесь. Давай тут убьем. Нам же не дают жизни. Давали, в прошлый этот сундука. Ну какие, чё за жизни ты прошёл? Ну, плюс 5 вечных жизней. Навсегда. А-а-а. Плюс 5 единиц, типа, или прошло? Да. Надо было сейвиться. Надо было. Так, еще казарма минус. Еще казарма. 3 казарма минус. Давай убиваем толпу, которая уже успела родиться. И потом идем на турель. Подхилишь меня чуть-чуть, Дима? Пошли. Давай, издалека пробуйте турель. Тогда. Я пойду к казармам. Так, близники идут. Аккуратно живем, живем. Прерон, дай я тебя похилю. Отступаем, отступаем. Красный там красный. Идет, аккуратно, да, вижу. Нормально. Зеленоглазое такси идет. Притормози, притормози. Что тут говорить? Так, есть. Ах ты тварь, пошел. Дайте похилю вас, что ли. Давай. А ее вообще можно убить? Да. Все, я взял ключ, сваливаем отсюда. Кстати, давайте засейвимся. Давай, Валерон, иди сюда, пожалуйста. Не умри, пожалуйста, дохлый ты, лорд Певон. Факин щит, Венс. Хорошо, что не засейвились. Надо было сейвиться. Да не, надо было чуть раньше, блин. Только сказал засейвимся и сдох. А чё вы утекаете? Надо сражаться. Засейвиться нужно, успех какой-то зафиксировать. Я думаю, давайте так, убиваем первые 3 казармы вот эти снизу и сейвимся. Давай так. Давай. Всё, а потом следующий этап. Так, красноголовые идут аккуратно. Вот это было срочно. Ну это важно, да. Это очень важно. Да. Так, так, так. Четко. О. Так, я здесь. Подракушаем. Когда-нибудь, да. Ну, поехали.
А чего? Так я это чуть-чуть перекину? Да. Ты закидывай в говно свое ведро. Накину. И уходи, уходи. Так, минус 2. Окружаю. Отходим, питаем. Отходим. Тебя тоже, по-моему, хилит. Если ты в этом моем. А, не факт. Сейчас еще нужно одну казарму и сейвимся. Минус, все. Все, за сейв, пошли на сейв, на сейв. Все отходим. Ну, это я засейвлюсь. Да, вы поняли, что не засейвишься. Тоже первый. Мы засейвимся, все. А ты ману умеешь восстанавливать? Или ты только хилишь? Угу. Восстановишь мне ману? Нет, только хилю. Димон, я горю. Не гори. Жопа подгорела, понимаешь, такая ситуация. Так, аккуратно, аккуратно. Два красных головок. Блин, ай, что-то какая-то имба. Вот это минус Димон. Я уперся. Блин, в колонну. Сдохли больше раз, чем от босса. Я загружаю. Сейчас вас приглашаю. Это называется ситуация пепелон по нему пепелон. Ситуация была. Но я пригласился. Да не, надо ее издалека в идеале, конечно. Но я могу попробовать. Да не, давай издалека. А как ты поймал эту глюку? Просто не заметил. Ты вроде далеко стоишь. А я уперся в колонну. Она мне летела. Поворачивался. Да. Все, там готовы подать. Оп, аккуратно, аккуратно. Тут опасный этот проход, пока он пуляет. Не видно нифига. Посмотри, она на меня сагрилась, Димон мог бы дамажить и сдарить. Да, у нас тут сейчас ближники. Уходи, уходи. Я горю. Бро. Отступи. Да, вы должны дальниками ее разводить, короче. Один отвлекает, второй лучше. Ай. Я похил тебя, бля. Запули мне говно свое. Там еще две казармы. Минус одна уже. Второго. Нет, там три казармы, осталось две. Минус еще одна. Бля, он отступить, я похилил. Вот, ё-моё, дробовик. Блин, стой, Димон. Стой. Хиль, хиль его! Блин. Видел прикол, я хилил. Так, загружаю. За колоннами можно прятаться от этого от дроби этой. Это мудрость. И дай его вот это кольцо. Так, давай, Капеллана подождем. Да я уже впереди. Стой. Стой. Минус одна казарма сверху. Зеленоглазое такси ползет. Шрапнель. Все, минус. По-моему, Лерон, сюда встань. Вон. Минус второе. Все, все казармы минус, пацаны. Можно засейвиться перед турелькой, в принципе. Давай засейвим. Выживайте, выживайте просто. Сейчас никто не вздыхает, я иду к сейву. Лерон, стань более безопасным. По карте вижу, что ты с мобами. Все, засейвился. Идем в атаку. Смотри, она на меня смотрит, кто-то может ее сбоку нахуярить. Ни хрена, у нее вообще нет перезарядки.
Да, есть. Стрелять, она сейчас у меня шмалила так. Оп, клюк удал. Она даже ману сжигает. Все, минус, 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 отлично. Так, золотой ключ. Мне надо похилить. Меня чуть-чуть, у Лерона хорошо похилили. Ну ша, подрегенится. А, вот сюда нам надо будет. Вот здесь, да, еще проход есть. Сейчас, подожди секунду, я гляну. Так, вы можете идти, если так. Дай похилю. Чё тут только яблоки? Расстало. Там только яблоки и ничего интересного. Да. Вот тут снизу может что-то есть. Так, слышите, а я уже все того что, все? Валю. Рановато ты. Да, я же говорил. Ты говорил перерывчик или ты прям с концами? Не, я же говорил, что Таня уедет. Да, да, да. А ты что, с батоном не сможешь рубить? Не знаю, порубайте его, что там. Блин, Лерону бы Battlefield починить этот. Проблема с Сенетом, да, не было проблемы с Сенетом, можно было Battlefield. Эта игра, кстати, довольно хорошая в этом плане. Так. Можно еще что-нибудь придумать. Во что мы будем такое несюжетное втроем играть? Ну тоже все интернет. Так, что у меня? Так, без Димона проходим. Просто. Так, я тут. Ну да, это нафиг надо. У меня что-то так криво выходит с игры постоянно. Виснет, как будто.